нормальный график работы. Если ты хотите... И 35. Что 35? Если вы хотите работать, зарабатывать, пишите в Telegram, уточняйте вас более детально, проконсультирует уже наш HR-менеджер. Ни скам, ни сбер, ни звонки. Кто хочет зарабатывать хорошую сумму средств, пишем. Сейчас крипта просто показывает такой булран, ну, на рынке. На рынке вообще крипта сейчас один из самых крутых инструментов заработка, это 100%. 2024 год вообще обязуется быть годом крипты. Здесь вы сможете зарабатывать хорошие суммы с первого же месяца работы. Тем более у вас есть ставка, у вас есть бонус, у вас есть процент. Вы зарабатываете только плюс. Можно без опыта. Вот Telegram, пишите, уточняйте. 35. Мне что ли? У меня сегодня такая интересная прическа. Просто из-за того, что я ездила с утра на массаж. У меня был массаж перед работой в 9 утра. Поэтому я вот так вот все быстренько собрала. Даже, ну, типа, накрасилась, такое вообще не очень. Но быстренько мы поехали на массаж, чтобы все успеть сегодня. О, господи боже, ну что это за актив, блин, я не понимаю. Что это такое? Ребят, вы что, позасыпали все? Позасынали? Ни актива, ничего нет. Как так можно вообще работать? Когда день идет хорошо, знаешь, что ТикТок приготовит какую-то подставу. Какую-то подставу сразу же готовься получать от ТикТока. Так, ребятки, да, поем. Днепр, Киев, Кривой Рог и Ужгород. Кому нужна работа, кто хочет зарабатывать, развиваться, открыть Телеграм, напишите, уточните вас более детально. Вот тут в Телеграме уже проконсультирует HR-менеджер. Обязательно, ребятушки. Ни скам, ни сбер, ни звонки, ни офиса. Ни офиса. Ой, господи. Может, никому не нравится моя новая прическа? Буду без прически, значит. Или придется заходить уже позже, потому что он очень слабый актив. Очень. Фейсбук банит, то ТикТок банит. Банят все, со всех сторон. Просто. Если вы хотите заниматься социальными сетями, знаете, что нужно иметь, я не знаю, сколько сигарет и сколько конфет, чтобы все это преодолеть. Потому что везде баны прилетают сразу же, вот так вот. Ты что-то выставил? Менеджер. Я два раза написала менеджер, все, Фейсбук такой... На тебе, блокировка страницы. Мне полтора дня проверял страницу, я думала, что уже умру, просто я ее создала. Я создала страницу, короче, все уже. И мне было очень обидно, когда он меня взял, заблочил, только из-за того, что, типа, у меня было два раза написано менеджер. Тапаем, ребятки, переходим в Телеграм, уточняем условия касательно заработка. Город Днепр, Киев, Кривой и Ужгород. Кто хочет работать, зарабатывать, открыта вакансия оператор чата с чат-менеджер. О, господи, доходность у нас 27-35 тысяч гривен в месяц, регулярные выплаты каждый вторник, фиксированный график работы, пятидневка. С 9.30 до 19.00 зарабатываете, переписки в чате, ни скам, ни сбер, ни звонки. Поэтому, если кого-то интересует, кто хочет работать, зарабатывать в городе Днепр, Киев или в Кривой Рог, пишите, уточняйте, вас более детально уже будет консультировать HR-менеджер. Так... Пока буду создавать, значит, креативы, потому что вы очень долго присоединяетесь как-то. Не присоединяетесь вообще.
Покажи робот. Да, робот. Пылесос. Я робот-пылесос, ребят. Потому что, ну, типа, я не знаю. В пятницу уже все так хорошо было. Прям не хотела выходить с прямого эфира, потому что, ну, типа, было много зрителей. Все было прям отлично. Сегодня вообще я такого давным-давно не видела. В Инстаграме убрали реакции, то есть ты уже не можешь ставить реакции на фотографии. Тоже, ну, типа, класс, спасибо. То есть, когда ты в истории отправляешь, допустим, вот этот раньше реакции, знаете, смайлики были, которые повышают, ну, тупо плюс охваты. Сейчас уже снова их убрали, и ты не можешь, типа, их использовать. Ой, вот эти всякие инновации просто, ну, капец. Так, ребяточки, город Днепр, Киев, Кривой и Ужгород. Кто хочет работать, зарабатывать, пишите в Телеграм, вас более детально проконсультирует HR-менеджер. Есть дистанционка, ребят, для тех, у кого есть опыт на переписках. То есть, если ранее работали там в лидогенерации, в привлечении трафика, то есть был какой-то вид заработка такого рода, пишите в Телеграм, уточнять, можно, не выходя из дома, зарабатывать плюс. Обязательно это подойдет для студентов, например, которые там ищут работу и хотят уже развиваться, несмотря на то, что они еще студенты. Так, понедельник, пятница, с 8 до 17, с 8 до 7, это 17. Она рвет гармонию. Де 5 біткоїнів? Коли вже світ хлопця з'їдеш? Коли від хлопця з'їду? Коли Бог дасть. Коли Бог дасть, тоді і з'їду. У нас там ремонт вообще такой, що капець. Пока це все доделаємо, я не знаю, скільки це ще потрібно буде времени. Тысячи лет, наверное, ремонт как идет и продолжается. Это капец, я такое не люблю. Я люблю, чтобы мы, типа, заехали уже в чистую новую квартирку. Все уже было готово. Я спокойно себе там разложила свои вещи и ничего не убирала. А когда у тебя каждый день ремонт, у тебя каждый день уборка, понимаете? А это прям вообще, ну, типа, не очень классно, когда ты каждый день тупо убираешься. Так, ребятушки, добрый день, с кем поговорить за покупку крипты? В Телеграм нужно написать, Телеграм, ссылочка в шапочке профиля. Так, ребятки, Днепр, Киев, Кривой Рог, переписки в чате, ни скам, ни сбер, ни звонки, консультация касательно дальнейшего сотрудничества и работы с компанией. Доходность у нас 27-35 тысяч гривен в месяц, регулярные выплаты каждый вторник, фиксированный график работы. Поэтому, если интересно, открыть Телеграм, напишите, уточните, вас более детально проконсультируют. HR-менеджер. Что еще хотела сказать? В Ужгороде есть вакантные места для ребят, у которых есть опыт и знания там словацкого либо чешского языка. Если знаете, умеете говорить на данных языках, цены вам нет, возьмем вас на работу в криптокоманду в Ужгород. Классные также варианты заработка. То есть это менеджер, который зарабатывает от 1300 долларов в месяц. 1300 долларов — это только ставочка. Поэтому имейте в виду, кто хочет, пишите в Телеграм, уточняйте. В Ужгороде также предоставляем и жилье. Почему с тобою житы не куры? Дай гроши. У меня немає грошей, чтобы вам раздавати. Нужно приходить на работу и зарабатывать. Знаете этот прикол? Чтобы заработать, нужно поработать. Ой... Чтобы заработать, нужно как бы поработать. Поэтому, ребятки, не сидим без дела, переходим в Телеграм, уточняем, зарабатываем вместе с нами. Да, блин.